Всем привет! Сегодня в нашей лаборатории мы проведем испытание дизана на ударопрочность. А также, кроме дизана, мы испытаем паркетную доску и ламинат. Итак, что мы будем делать? Специально для этих и будущих испытаний мы приобрели металлический шарик весом 435 грамм. То есть он на 10% тяжелее, чем тот, что используется при испытаниях в Европе. Бросать шарик мы будем с высоты 1 метр. Сейчас мы начнем тестирование, и поможет мне в этом Андрей Туснолобов, известный вам уже специалист по инновационным материалам. Поприветствуем его, Андрей. Всем привет. Итак, Андрей вооружился метром раскладным и металлическим шариком, и он будет кидать этот шарик на заранее подготовленный кусочек паркетной доски. Вот он прям в центре лежит, соответственно. Сейчас я вам его покажу. Ну что, Андрей, можно приступать? С метровой высоты. Да, с метровой. Что у нас здесь получилось? Ну, прям видно. Да, у нас видна вмятина. На паркете вмятина, соответственно, остается. Следующим мы испытываем ламинат в тех же самых условиях. Что у нас на ламинате? Никаких следов абсолютно. Ничего, да. И последнее, мы испытываем дизана, также бросаем с метра. Есть ли следы? Ничего. Абсолютно ничего нет, что доказывает, что дизана взял ударопрочность от ламината. Мы решили не останавливаться на достигнутом и попробовать провести испытание, бросая шарик с 2-метровой высоты. И первым, опять же, у нас по списку идет паркетная доска. Сейчас Андрей на высоте 2 метра над уровнем моря поднялся по лестнице. Вот, соответственно, мы ждем бросать. О, мощный удар. Ну, естественно, вмятина. Вот. Да, он туда попал, ты прям... Глаз алмаз. Отлично. Держи шарик. Следующим у нас идет ламинат. Смотрим, что будет с ним. Так, что с ламинатом? Ничего. Абсолютно ничего не произошло. И последний участник дизана. Пожалуйста, шарик. Смотрим. Абсолютно никаких следов, ничего не осталось. Я благодарю Андрея за помощь в тестировании наших напольных покрытий, паркетной доски, ламината и дизана. И подводим итоги. Сначала броски с метровой высоты. На паркетной доске осталась вмятина. На ламинате нет никаких повреждений. И на дизана тоже никаких повреждений не отмечено. Итоги двухметровых бросков следующие. Паркетная доска осталась вмятина. Ламинат никаких вмятин нет. И дизана абсолютно ровная поверхность без вмятин. Из наших тестов можно сделать вывод, что дизан действительно имеет высокую ударопрочность, которую унаследовал от ламината. На этом наше тестирование подошло к концу. Благодарим вас за внимание и до новых встреч на нашем канале. Всем пока!